Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Меня зовут Юлиана, и ваш любимый канал «Эзотерика для тебя». Друзья, сегодня 9 мая. Обязательно проведите простую практику. Это нужно умыть лицо и сказать определенные слова. Почему именно сегодня 9 мая и как правильно это сделать, какие слова сказать, далее в этом видео. Вы знаете, вода – это мощнейшая энергоструктура нашей Вселенной. Возможно, мы не осознаем, но даже если мы возьмем нашу Библию, то мы прочитаем обязательно о магических свойствах. И в Библии также упоминается о различных чудесах, которые были связаны именно с водой. Немножко забегая наперед, хочу сказать о том, что лично мой дед издавна всегда... И даже уже сейчас, когда современный мир есть, когда у нас есть планшеты, когда у нас есть интернет, он всегда общался с природой, в том числе и с водой. Говорил, что вода, она божественна, она лучезарна, что она дает силы ему, как земля и воздух. И вы знаете, он всегда набирал стакан воды, всегда говорил определенные слова, при этом каждый раз он говорил почему-то разные слова, и только потом пил водичку. И обращаю ваше внимание, что всегда он использовал граненый стакан дома. Ну, а как мы можем себе помочь, современные люди? Друзья, очень просто. Особенно сегодня, 9 мая, когда день такой вот загадочный, он нестандартный день, необычный сегодня день. Сегодня каждый из нас может направить свои вибрации в правильное русло. Только нужно сонастроиться с Вселенной, очиститься и почувствовать посыл от высших сил. И именно сегодня, 9 мая, пожалуйста, обязательно проведите чудесную практику с водичкой, которая поможет убрать вам негативные вибрации и смыть тот негатив, который у вас есть. И даже при том, что у вас почувствуете вы прилив жизненных сил. Итак, друзья, в любое время 9 мая включаете кран с прохладной водичкой, то есть не горячая должна быть вода, а именно прохладненькая. Далее умываете свое лицо, умываете свои руки и говорите следующие слова. Я божественной водой себя, свое тело умываю, высшие силы к себе привлекаю. Лучезарная вода негатив от меня смоет, от мыслей дурных меня сбережет. Я поток принимаю, изобилие и богатство в себя я впитаю. После этого намочите указательный палец вашей правой руки и копните этим пальцем правой руки, копните себе капельку водички в районе большого родничка на голове. И несколько раз вот нежно постучите по коже своей головы и скажите следующие слова. Как капля живой воды испарится, так и мне, дитю Вселенной, все придет легко и сотворится. Сказанное да исполнится. Друзья, сегодня, 9 мая, обязательно проведите эту практику. Кроме того, друзья, у нас близится новолуние, и скоро мы с вами начнем проводить практики на изобилие и на богатство в нашу жизнь.